смотрите, Катя себе выбрала. Я не знаю, что это такое. О, красиво. Это какая-то национальная одежда. А как это называется? Не знаю, это платье. Ну, то ли платье, то ли... Даже давай, знала, я... это можно одеть? Это... Так, сейчас Катя попробует это одеть. Посмотрим, как это смотрится. Где зеркало? А, вон зеркало. Да, и опять же, вот посмотрите, какая красота тоже. У них красивые наряды восточных женщин. Вова. Ну, конечно, это уже тут лица, как они у них ходят. Ну, дома, наверное. Ну-ка, покажи, Катя. Так, посмотрите. Она большая, а вот еще какая-то штучка. А, это на шее вяжут. Ну, так ты завязывайся. Это как... Знаешь, такое... Ты мне напомнила фильм «Ви», эти вот ходили... Попы тоже, они так подпоясывались. Не смешно. Это что-то не мой родной. Это маленький. Видишь, это маленький. А куда в ней вообще ходить? Для чего она? Так, вот такая вот штучка тоже. Сказали, ручная эта работа. Получается $60. Так, вроде вещь ни о чем, но красивая, но ценник на нее тоже. Заоблачный. Это бельт. Это бельт какой-то. Вот такой, вот такой. А, вот видишь? Ну, вот здесь вот такие штучки. И завязывать. Ну вот. По дому ходить. Голышом. Борщи варить. Ну, такая тяжелая. Ну да, ну, говорит, ручная работа. Эти вот такие вот камушки, вкрапления, они специально так вот сделали, утяжелили ее, чтобы она так это... Ну, ровненько. А ты знаешь, что эти камушки, ну, не колка, но не колется. Так неприятно. Ну, реально тяжелая. Не ручная. Что тут ручного работа? Они, наверное, каждый камушек клеили. Ну ладно. Наверное же. Пойдем дальше. Друзья, прогуливаясь по переулкам Дейры, мы забретали на такие вот интересные магазинчики, которые, я их называл, нелегальные. Вот видите, закрыта дверь. И впускают только по видеоконтролю, по камере. Получается, ты подходишь, просто стучишься без вывески в закрытую дверь. И тебе открывают, и там такая вот красота. Интересно, я так и не мог выяснить, что это за нелегальные магазины. Но выбор там тоже был очень большой. Вот это кабин. Мне тебе большой надо, большой тоже будет. Вот это кабин. А сколько прайс? Вот это доллар, дирхам. Доллар тебе будет $165 будет. $165? Да. 4 вида. Ну, чувствуете разницу? Да. Но... Я тебе скидка дашь, тебе такой надо, говори, а говорю, скидка дашь тебе. Это я Gucci, это? Gucci, это Louis Vuitton, это Gucci. Ну, вот тут такой же ручки, по-моему, мы. Ага. Да, вот боковые такие же будут. Надо побольше, да? Ну, только больше. Побольше и будет, тебе, побольше и надо, побольше и будет. И так я вижу, три размера есть. Вот, ребята, видите? Три размера будет. Какие? Там маленький, еще один. Девочки, большой, смотрите. Еще побольше. 160. Диво. А здесь получается... Так. 35-25 можно на улице купить, а здесь 35. А это что? Кристиан Диор. Это Диор. Кристиан Диор. А сколько прайс доллар? Доллар я 9 скидка дэш. Тебе такой надо оставлю, хороший скидка дэш. Вот это надо тебе? Ну а сколько? $120. $120 от Кристиан Диор сумка. Так что... Вот такие всякие брендовые сумочки есть. Вот это? Туда. Не надо? Не надо. Каких только нету. Потому? Вот тоже Christian Dior. Не говори, не проблема. Fendi, Christian Dior. Вот, нам даже скидку сделают. Хорошая скидка, дешь, тебе такой надо. Ага. Всякие разные. Зашли вот ребята по нужде. В один магазинчик. И вот здесь то же самое, сувенирчиков очень полно. И башенки тоже. А сколько такой прайс? Это 55 дирхам. 55 дирхам. Это $15. Да, $15.
Так, ну видите, сувениров полно на любой вкус. Кстати, парфюм. Парфюм у них, конечно, тоже такой отличный, вообще классный. Так что, если что, тоже можете приобретать. Но вы сами приедете, потому что они на каждом углу пшикают на руку. Он держится, и такой приятный очень запах. Ну, опять же, магнитики. А, долларс. Это 10 дирхам. 10 дирхам, это получается 3 доллара. 3 доллара. Ну, и опять же, эти вот ихние все восточные шелка, накидки. Ну, они тоже такие недешевые, недешевые. А так это сколько? Это другой прайс. 20 дирхам, 50 дирхам, 100 дирхам. Ну, 100. Получается где-то от 6 долларов и выше. И до бесконечности. 10 долларов, 50, вот слышите. Да, вот такой вот магазинчик. И сумки тоже такие вот.